Добрый день. Мое имя Ольга Никишина. Я мастак-график, сябры Белорусского союза мастаков, живу и працую в городе Минск, Беларусь. Теперь я нахожусь у своей творчей мастерни, у якой я працую со своим мужем, так само мастаком Андреем Басалыга. У четвертом конкурсе графики «Умажи от Хуа» я удельничала двумя працами по мотивах поэзии Вислава Шимборской «Белый бог» и «Амаль что тень». Я хочу расповести об своей праце «Амаль что тень», выкананной у техники «Сухая иголка» и «Акватинта», за якую я отримала третье место. Коли сярод поэтов я убачила имя Вислава Шимборской, так одразу зразумела, что буду робить працу по ее поэзии. Я отчула у себе сугуча за ее вершами. Чем больше поглублялась в працу, тем я выразней разумела, что поэзия Вислава Шимборской потребует не иллюстративного подыходу. Ее поэзия выткана с сумневов, складанных и шматслойных образов, философии, иронии. Такие отчувания выкликает верш «Ява», по мотивах якого я робила свою працу. После нескольких дней, проведенных с поэзией, читаючи и перечитывающи ее творы, эскиз народился сам собою. И он идеально подходил для техники афорт. Черно-белая, скептичная и контрастная выява створяя максимальную напругу для раскрытия образной поэзии Вислава Шимборской. Я вельми удячна магчимости принять удел в таким чудовном проекте. И отримала велизарное задовольнение, новый досвид и новых сябров. Дякую.